И всем буре привет, с вами я, Демон Ютубер. И сегодня я буду продолжать играть в эту замечательную игру Бисварм. Мы уже в тот раз у нас уже есть одна одаренная пчела. Мы ее получили из подарочка. А также у нас еще есть вот быстренькая пчела и вот эти две. Ну, и мы приступаем проходить дальше. Значит, пойдем сейчас к маме. Ему семки. Это уже кота. Так, привет. Привет. Три печеньки, спасибо. Фух. Блин, мне нужно еще две печеньки закупить. Так, раз, два. Чтобы было 5 печенек. А дальше мы продолжаем цеплять пиццу. Так, ты. Я думаю, мы ее очень быстро отдадим. Вот и как раз дадим квест. Давай, не танцуй. Спасибо за 500. 6 красной пиццы. Это легко. Вот у нас есть хвост. У нас не прокачанного левела. Так что мы исправим эту вину. Живы. Я и все отдал. У нас теперь она другого левела. Но ничего страшного. Пойдемте копать красную пальцу. Заявил сам я. Копаем красную. На пол. Как тебе не стыдно на меня на пол? О, баф. Мяд. Ладно, все. Сейчас давай. Так. Давай, все, последний твой квест. Все. А, нет, это еще не последний. Но я думаю, у меня рюкзака хватит. Хватит. Красненько. И тебе на хорошие вещи. Копаем 1000 синей пыльцы. Ну, кстати, надо дать маме пчелье квест. Ума. Зачем я его взял? У синего у меня пока что еще и нету. Нужно какая-то синяя пчела. Все, можно идти. У меня рюкзак переполнен. Я дадим 2 квеста. 3 квеста. Так, мы сначала разберемся с вот этим. В игре только играют 3 человека. Я вангую. Кловеры 1003 ринами. Ясно. Для меня это задание не такое тяжелое. Пойдемте разберемся с этим длинноногим. 750. Почему так мало? Вот пошел последний квест. Идемте поболтаем с ней. Все. О, 1000, спасибо. Все. Квест выполнен. Ты кто еще? Это Стик Баг. Ай. Привет. Добро пожаловать. Эй, помогите.
Так, я вернулся. Так, RSKLB. Вот, вот это не надо. Не, не надо, вот это. Нет, вот это я хочу донатить. Одну семечку. Слушай. Да теперь четвёртый. Итак, по всем техническим неполадкам. В почте вы помните, что мы получили серебряное яйцо и открыли комнату локацию на 5 пчел. Ну что, поехали выполнять квесты. Ну, Найки тут вот две поливалки, класс. Жуки. Ах, да, тут еще две Royal Jelly надо будет нам забрать.
как же надо взять квест вот этого панды. Поливалки хорошенькие, это что надо? О, пошлите проходить паркур номер 2. Ну вот, прошу. Конечно. Тело быстро тело, но не получилось. Ну вот, второй попытки все получилось. Теперь самое главное получить подарок. Так. Того. Кстати, пишите, отдадим этому маленьку его квесты. Я готов. Чтобы он мне дал подарок, и я отменяю этому тому человеку подарок. Блин, это сегодня класс. Давай посмотрим, что ты мне дашь. Вот 2500. Берите только спайдера и бомбу. Мне нужен бы подарок. Мы уже зафигачили паука. Хочу вам попасть. Ну и девочки, уберите токен. Дайте вам ваши токены. Он уже есть. Ну, у меня его закон припомнить. А он тогда разбежится. Я тут поменяю какую-то пчелку, чтобы она у меня была получше. Но я уже знаю, кого я буду. Туруру. Асти. Лего! Офигеть! Ничего себе, легендарка второй Раджели. А я в шоке. Ну теперь есть легендарка. Получаем 5 квестов, 5 блэстиков, и у меня есть рогатка. Все. Офигеть. У меня теперь пополнение. И рюкзак теперь у меня на 4375. Что-то подальше. Так, у меня еще тут парочку надо накопить. Собрать парочку обилити такое. Удача! Клево. Еще, давай, еще. Не-не-не. У меня удача на каждом будет. Еще обилити такое, еще обилити такое. И все. Я только собрал 9 обилити токенов. Но я выполнил один квест. Не, 2 уже выполнил. Мне еще надо 25 обилити токенов собрать. Поэтому вот с этим щели. Пс.
24 тысячи. Я в таком шоке. Конечно. Оля, ты со мной такой же самый собрат. Он первый раз собрат Roblox без фарм. Я выполнил квест, надо пойти. Он там мог бы мне дать. Легендарочки, канарочки, канарочки. Че, Линку прокачать? Ринка! Качайся! Я на чем помогаю? Ну тут семки, ребята, гопники. Так уж семки, чуть-чуть, и гопники. Кстати, это же зеленые семечки. Это жрёшь семки? Не жрёшь. Блин. Бум. Ему удался семки, хоть и не он ест ананас. Баранчики я. Баранчики я. Пойдём с вот этим. С ним поговорим. Дай мне денежку. Спасибо, пс-пс. Да. 5 тысяч. Что с ним? Он не донатит. Он вводит КД. Как вот. Так, кто-то... Не-не-не, я яичко не хочу покупать. Чего это себе рюкзачок куплю? Ну, редкий росток, но я его не скопаю, потому что я слишком слабо прокачан. Сейчас у меня теперь вот такой рюкзачок. На 10, на 12 тысяч. 500. Свой рюкзак забью. Я даже знаю куда. Это тут какой-то багажник. Что я ее не перегоню? Эй! Ай-яй-яй! Прям кубинчик. Ай-яй-яй, надо там билетик забыл забрать. Спасибо за это. Дай лифт. Дай тоже.
Спасибо за 2000. Медведь. Теперь ты идем за подарками. Спасибо за подарок. Да, он мне дал подарочек. Теперь идемте ему кому-то дадим. Ну, я не знаю кому. Дать этому. Не знаю, кому я дам. Я хочу отдать ему. Дай мне. Ты. Все, забери меня. Ничего не хочется со мной разговаривать. Так. Разговариваем. Да. Мне нужно было найти того. Если я ему дам три подарок, он мне даст трейдж бибов. То есть желейку с рейджби. Я не очень хочу. Так что мне надо находить. Ей дает мне 25 билетиков, хотя мне они не нужны. И все равно мне их будет тяжело купить. Я не хочу ему дать его. Ничего нельзя. Всем удачи и всем пока!